Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и интернета. Семеро против Фив. Семеро против Фив – героический эпизод фиванского эпоса, относящийся ко времени Этеокла. Все участники перечислены в трагедии Эсхила «Семеро против Фив», а также в трагедиях Еврипида «Финикиянки», «Просительницы» следующим образом. Адраст, Амфиарай, Капаней, Гипомедонт, царь Аргоса, Партенопей, сын Мелиагры и Аталанты, Полиник, брат Этеокла, и Тидей, отец Диомеда. Войско состояло из 7 отрядов под командованием 7 вышеназванных полководцев по числу ворот в Фивах. Все участники, кроме Адраста, погибли. Из Википедии. Семеро против Фив – один из классических сюжетов древнегреческой мифологии. Легендарное противостояние фиванских престолонаследников, братьев Этеокла и Полиника, чьим отцом был сам многострадальный Эдип. Поход 7 героев против Фив, где они хотели восстановить на троне Полиника, свергнув его брата Этеокла. За исключением Адраста из Аргоса, все они погибли. Однако за них отомстили их сыновья и наследники, эпигоны. По прибытии к стенам Фив, герои послали для переговоров Тидея, вызывавшего на поединок всех гостей, пировавших во дворце фиванского царя Этеокла. На обратном пути на Тидея напали из засады 50 сильнейших фиванцев, но он легко победил их всех. Сделавшие вылазку фиванцы были разбиты и укрылись за стенами. Но когда осаждавшие попытались забраться на стены, разгневанный Зевс поразил своей молнией Капанея, и тот рухнул с лестницы. В конечном итоге, по решению обоих поредевших воинств, Этеокл и Полиник сошлись в финальном поединке и убили друг друга в соответствии с проклятием своего отца Эдипа. Прорицатель Тиреси предсказал фиванцам победу при том условии, что жертву богам принесет себя кто-нибудь из рода Спартов. Услышав это, юный сын Крионта Минекей бросился с городской стены в расселину, в которой жил дракон Ареса. Поэтому, невзирая на отвагу семерых предводителей, осада города закончилась для них разгромом и гибелью. И спастись удалось одному лишь Адрасту, которого вынес его быстроногий крылатый конь Орион. Погребение павших под стенами Фив Аргивиан при содействии Тесея и афинского войска описано у Еврипида в «Просительницах». Ну, вот так вкратце о героическом эпизоде фиванского эпоса. Семеро против Фив. Пока-пока, до свидания.